Какие, здравствуйте, Александр, могли бы вы дать какие-то прямо работающие рекомендации на увеличение финансового потока? Вопрос. Даю прямо работающие рекомендации, очень работающие рекомендации на увеличение финансового потока. Первое. Выполняйте все 9 функций. Первое. Это первое. Выполняйте все 9 функций. Это значит, благодарите Творца, соединитесь с Ним. Соединитесь с энергией рода, благодарите и создайте своим близким. Если вы мужчина, значит, ваша дхарма сделать счастливой женщину, которая рядом с вами. Если вы женщина, ваша дхарма, ваша функция – помочь реализоваться мужчине рядом с вами. Это и есть. Благодарите свое тело. Прокачивайте его, давайте ему физические упражнения, благодарите землю-матушку, когда потребляете пищу, когда пьете воду, благодарите своего солнечного наставника из солнечной системы, совершайте упаи, благодарите социум, благодарите своих наставников, учителей и в профессиональной сфере выберите дело, которое вам по душе, которым вы готовы были бы заниматься. Вот то, чем занимаюсь я готов, если бы все деньги мира были бы у меня, все деньги мира, я бы занимался тем, чем занимаюсь сейчас. Потому что это не работа, это радость, это призвание. И естественно, что вслед за этим приходит и благополучие. Вот и все ответы на эти вопросы. А дальше масштабируйте, приносите радость, развивайтесь. И вот все ответы на эти вопросы. Что-то вы не делаете. Значит, что-то вы не делаете. Значит, вы не занимаетесь любимым делом. Значит, его нужно продолжать искать. Используйте знания, которые дает вам Анна Ричи. Используйте знания, которые дает вам Тор Систем вместе с Анной Ричи. Найдите сегодня свое предназначение через свою варну, понимая свою гуну. И если вы приносите пользу людям и занимаетесь любимым делом, масштабируйте это все. Почитайте старших, помогайте младшим. Финансовые потоки неизбежно идут за вами. Не надо фокусировать. Когда вы бьете по шару, чтобы он попал в лузу, вам фокусироваться нужно не на лузе, вам фокусироваться нужно на том месте, куда вы бьете, по какому шару. Вот о чем речь. Не на деньгах фокусируйтесь. Фокусируйтесь на выполнении своей дхармы. И артха не заставит себя ждать. Вот и все рекомендации.